Україна вперше візьме участь у морських навчаннях Північно-Атлантичного альянсу з протимінного захисту. Про це повідомляє прес-служба Військово-морських сил України. Метою навчань буде відпрацювання дій багатонаціонального штабу з управління морськими протимінними силами НАТО, а також зміцнення можливостей командного складу міжнародної спеціальної групи для проведення комплексу операцій з розмінування. Також зазначається, що протимінні навчання, заплановані на кінець січня, початок лютого, відбудуться вони у Бельгії. Далі на цю тему говоримо з військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив». До нашого ефіру долучається Олександр Коваленко. Пане Олександре, я вас вітаю. Добрий день. Дякую, що приєдналися. Отож, вперше українські військові братимуть участь у таких ось навчаннях з протимінного захисту. Скажіть, будь ласка, чи є у нас, у наших військових, необхідні знання і чи є у нас відповідна військова техніка, якщо так можна сказати? Знання, база, безусловно, є. Но, к сожалению, говорить о том, что на сегодняшний день ВМСО обладает достаточным количеством минных тральщиков и, в принципе, необходимым корабельным оборудованием и техникой для осуществления подобного рода действий, к сожалению, нет. Именно по этой причине, как известно, даже в этом году в формате заключения двухсторонних соглашений между Украиной и Великобританией одним из основных пунктов сотрудничества было подписание соглашения о передаче Украине минных охотников типа Sandown, помимо всего прочего, оборудования и техники. Поэтому да, на сегодняшний день Украина, к сожалению, после того, как была оккупирована территория полуострова Крым и, соответственно, оккупантами была захвачена значительная часть нашего флота, лишилась соответствующих кораблей, минных тральщиков и оборудования, которое для этого приспособлены. К сожалению, да. Но, тем не менее, на сегодняшний день, благодаря этому, мы получаем возможность доступа к технологиям одним из самых современных. И фактически данные учения следует расценивать именно как, в первую очередь, приобретение опыта, приобретение соответствующих квалификационных уровней согласно стандартам НАТО. Вот что самое важное. Ну и, соответственно, это пригодится и уже в дальнейшей эксплуатации именно той техники, которая будет со временем передана Украине согласно установленным и подписанным соглашениям. Тобто я так розумію, що мінні тральщики, які були на балансі військово-морських сил України, залишилися зараз в Криму, так чи ні? Совершенно верно. На сьогоднішній день у ВМСУ нет ні одного корабля, который повноцінно, именно я говорю повноцінно, а не частично, виконував би функції мінного тральщика. Но тут следует еще и учитывать один очень важный современный фактор. Дело в том, что понятие «минный тральщик» в современных реалиях, оно уже себя изживает как таковое. Постепенно это понятие заменялось «минным охотником». То есть, когда не используется классический метод тролления, а используются соответствующие автоматизированные системы, которые обнаруживают объекты, читайте, мины, и их уничтожают. На сегодняшний день страны НАТО, например, та же самая Великобритания, они переходят на полностью автоматизированные системы. То есть фактически это безэкипажные системы уничтожения мин. Поэтому в данном случае мы говорим о несколько уже ином формате учений, который подразумевался бы, например, 10 или 15 или даже 20 лет назад. Ну и тут еще я не могу не упомянуть один очень важный фактор в контексте вот этих вот сообщений, вот этих учений относительно противоминной обороны и так далее. А именно то, что буквально на днях в Черном море также завершились с участием ВМСУ, а также стран НАТО, учения, которые в значительной степени, ну, скажем так, взбудоражили российскую пропагандистскую часть, да,
которая поначалу крайне негативно высказывалась в отношении этих учений, а потом их нивелировала, заявляя, что это какое-то тщедушное зрелище. А все почему? А все потому, что эти учения, хотя они в себе и не включали каких-то кораблей с серьезным вооружением, там, ракетным, да, ну, за исключением, конечно же, эсминца класса «Эрлеберг», а именно USS «Портер», но в первую очередь в этих учениях участвовал флагман 6-го флота США, а именно USS «Маунти Витни». Данный корабль, он на сегодняшний день является одним из самых современных кораблей автоматизированной системы управления войсками, способной из любой точки на земном шаре получать разведывательную информацию, передавать ее, а также тактического характера информацию и также передавать ее. То есть в общем контексте на сегодняшний день интеграции вооруженных сил Украины в стандарты НАТО и в общую концепцию управления войсками НАТО, это очень важный показатель. И как бы учение непосредственно по Минобороне является своего рода вот этим, одним из вот этих вот переходных этапов. Так, дуже вам дякую, пане Олександре, за ваш коментар. Спасибо, що долучилися до ефіру Live Studio День. Це був Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Я нагадаю, що Україна вперше візьме участь у військово-морських навчаннях НАТО з протимінного захисту. Щойно на цю тему спілкувалися з Олександром Коваленко. На цьому ми ставимо крапку, побачимо з вами вже у новій інформаційній годині. Далі ще більше цікавої та важливої інформації. Залишайтеся на цьому.